И сегодня мы играем в Нус Бравл. Почему не настоящий? Потому что там нет Мико. И я сегодня буду проверять именно мифы на нем. Я вот сразу же уже взял подгрузку. И если он накопит ульту, получится ли держать у нас этот ящик? Ну, а я Конор, и я проверю это на самом деле. Катка уже загрузилась, и я сейчас буду накапливать. К сожалению, пока я накапливаю ульту, нас уже выиграли. Что же нам делать? Давайте еще раз. Так, а я накопил тем временем ульту, и давайте узнаем. Ну, вроде как она тоже копится. Не знаю, но сейчас еще раз проверим. Блин, мы опять выиграли. Не получится. Поэтому давайте создадим с вами карту. Ну и также кое-что еще. Так, ну а я уже тут. Тут три зоны. Я решил взять зону. Да. Ну и также потом я хочу взять сразу же кое-кого. Поэтому... А именно Лариоли. И проверить, насколько далеко на них сработает гаджет кое-какой. В принципе, все. Или... Блин, нужен еще один человек, который я буду убивать. У кого же мне звать? Придется все-таки мне не создавать карту. Ну ладно, а это значит то, что мы с вами поиграем. Я уже захожу с вами в карточку. А, кстати, если что, мой ник Мат, вот вы можете его почитать. И просто я, если что, всех приглашаю в друзья. Не пофиг, кто вы. Нубы или не нубы, я все равно всех приглашу. Митя! Все, забрал. Кстати, вроде как хороший способ. Как раз надо накопить. Тушку надо накопить. Почему с вами? Вот, это есть. Тикотази. Отойди. Ну, вроде как в первое время тогда оно так не могло делать, поэтому нет, это миф. Тоже хотел зайти в карточку, но поверил целый миф. Митя! Боже мой, один удар. Четыре дрюки. Вот он. Я же Мико. Ничего не почел. Это кружевой автомат. О май гад! Покол! Пим-пи-пим-пи! Так, у меня тут все бойцы есть, но я их не покупал. Нифига себе, 16-й уровень. Так, давайте мы с вами, наверное, возьмем. Не, давайте их задержим просто на месте и все. Мы выиграем. Давайте, пацаны. Аниме! Кстати, а также я играю в Stand Off 2, и на прошлом канале это были мои самые старые ролики, но тогда я переходил в Roblox. Также я играю в Blocks Fruit. Пожалуйста, напишите, кто хочет увидеть Blocks Fruit от меня. Я, конечно же, отвечу. Комментарий я включу, или по каким-то ссылкам. Напишите, когда посмотрите этот ролик. Вы узнаете. Что? Нет! Ну нет! Ну это гадит его такой вроде как был и что? Боже мой! Он просто не важен. А. Они сейчас выплывут. Кто-нибудь это замечал? Что? Как? У меня. Ну, давайте зайдем тогда хотя бы в одиночку и возьмем. Давайте Сквик. Хотя можно было взять и Лари Лори. Потом возьму Лари Лори, а потом Мортиса. Ладно. О, он тоже имбой. Митя! И, кстати, он еще, оказывается, и частенько как-то вот так вот бьет.
что делать, и просто дипы хорошие. А, печеньки, 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 только не печеньки. Пожалуйста, только не печеньки. Я тут еще единомайка кушали. Что? Два сторона, они как будто подушили. Сколько развалился? Ладно, вот у нас Лори и Лори наш, заветненький. Кстати, я не беру игры, потому что я боюсь лить, а у меня 33-й ранг. Когда будет 34-й, но мне 34-й еще много, потому что у меня где-то 300 или 200 кубков. Ица! Опа! Так, мы уже затянулись, надеюсь, этот чел меня сейчас не подведет. Падина, 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 падина. Ау, ау. Так, мы там. Угу. Все, окей, окей, окей. Мы там держим его, держим. Держим его тут. Все. Ауч, конфетки полетели. Конфетки полетели. Что? Фэнгу точки бить. Так, жесткая ПВП. В нем, конечно же, выиграю я. Боже. Все. Ауч, зажал, взяли. Сейчас больно. Все, полностью сдох, нельзя. Тяжелая карточка была. Нормально, почти 20 кубков. Хорошо, ладно, конечно. Выбить. Что докажет, что Лори и Лори не говно, полная ебает. Я еще гаджет не использую, все такое, я обычно вообще без гаджетов. Да, но при этом их вот это вот, да. Замочиться могу быть, потому что... Ау, ауч. Ауч. О, ё-моё, когда я умел замочиться играть? Второй лучше даже. О май гад, как. Давайте за него потом тогда. Сейчас возьмем тару реально. Сейчас просто всех разнесем, потому что мы... Она сейчас в картах разыграет, обыграет. Стоп, вот. Пожалуйста, ставьте лайки и подпишитесь на канал. Это не всегда пошло. Ну как? Ролики просто не всегда выходят. Потому что я даже не знаю, что снимать. Вы не пишите комментарии. Боже мой, вот такой вот я сейчас, если честно. И на таких вот нервах. Печатый! 140 хп! Не верю. Так, записывайте ник, если что, вот. Ну, давайте последнюю карточку все-таки сегодня мы поиграем. Давайте за душили. Попробуем, зашили в одиночечку. Думаю, не справится мой боец.
потому что никто Шелли не берет. Пусть сломал мне. Диносмойка, значит, да? Ну что, так берем? Коуч, пэч, пенуки. Ауч. Вот сейчас нападаем просто на деда. Все, хорошо, хорошо. Забираем все. А тут просто вот так. Ничего сложного. Просто сейчас бежим, просто сейчас бежим. Что? Меня тут за второго на пять окружили. Как и во всех остальных играх. И меня убили. Что там дальше? Хотя бы плюс один дадут. Минус пять. Даже не плюс пять. Вот такая вот плохая игра. Ну, а это все мои игры. Всем пока. Пожалуйста, ставьте лайк.